Am găsit această firmă, da? Firmă, organizație. Această organizație, iată, văd că opresc lumii de pe drum și le propun transport gratis. Bravo! A, uitați-vă, bezplatnă transport, ого, până la Chișinău. Помощь в расселении в центрах для беженцев, предоставление информации, зарядки телефона, бесплатный доступ к интернету, дорожных наборов. Что-то это лавама, лаотач. Prima dată văd așa, pot eu să rămas în urmă cu informația, dar totuși, cu ce o să ne spui băieții, dacă o să vrei, cu ce se ocupă? Скажете мне пару слов. Ага, я уйдется. Ага. Видец, кнут этой информации с спони, антейс консультеза ко шефол, дак ворс пермита сауну. Та юдем выд шашафер. Тосты вы, телевизионная вам нарусим пришли бери. Я уйдется ваш позвонить на зеленую линию, так че вас сантепла. А каша, так вани, на чева, кред каша, так. Бини, пур симплом врут кассарет, есть аша. Аму шам сварет. Totuși este așa, totuși faceți bine pentru lume. Pentru cine? Pentru lume, zic. Pentru lume, da. A, uite-ți, vă aveți alunică ca și mine. Da. Frate, sunteți. Da. Bine, asta, alte informații nu întrebiește, dacă așa nu vreți chiar să spuneți. Nu, de asta în general... vrem, în general, pur și simplu, noi... Мы имеем своих руководителей, которые ага. должны подтвердить Вы отсюда то, просто? Мы... Вы отсюда не, или... Мы с Молдовы, ага, да, мы тут ага. работаем в этой организации, да. Ага. Помогаем людям, беженцам с Украины. У нас есть разные программы, ага. которые мы помогаем. Именно с Украины. Беженцам, которые люди, которые бегут с Украины, убегают от войны. Это в частности граждане Украины. Вот, который вы предложили этой женщине, она с Украины. Да. Не наша. Да, с Украины. И транспорт до Кишинева бесплатно, так я понял. Правильно. Хорошо, спасибо. Вот, а вы... Ну, это такая поверхность. Да, да, бене. Но и тут не консультем к шефу, тогда, как фачем он на интервью. Я вот эту форму, в Росарет, я вот эту купил коммунитать фамилии. Николай Кожукару. Кожукару, вы молодцы, братчане. Бун, вот за фрумасу подорезк. Фицанатош.